наше российское кино выдает, наверное, один фильм из 100 в год, который действительно можно посмотреть, на который можно сходить в кинотеатр. Это все те нашумевшие картины, которых за последние десяток лет можно пересчитать по пальцам. В общем-то, кино наше вышло на какую-то кассу, более-менее. В общем-то, есть успешные кинопроекты. Но по качеству это совершенно полный кошмар. Качество улучшилось, я не согласен. Наше кино не в упадке, а наоборот на подъеме. И во многом наши фильмы, я имею в виду наши фильмы, такие как «Метро», такие фильмы, как, опять же говорю, «Спираль», я не отказываю, это мой ребенок, понимаете? Да я масса фильмов видел наших хороших. Хватит уже гундеть на каждом шагу, что у нас кино рифмуется другое слово. Хватит гундеть о том, что мы позади планеты всей. Беда в том, что практически все участники кинопроизводства искренне убеждены в том, что они снимают кино для себя, а не для зрителя, который, собственно говоря, своим рублем или там долларом и оценивает, вообще это кино или это нечто, так сказать, другое. Я считаю, что у нас большой-большой тупичок. То есть тем особых нет, комедии у нас на уровне КВНа, сериалы у нас все про бандитов, про убийства. Даже сериалы, и то качество улучшилось. Ну, давайте не будем снимать кино. Мы вот так плохо мы снимаем. Давайте не будем тогда снимать. Мы плохо играем в футбол. Давайте не будем играть в футбол. Мы плохо поем песни. Давайте не будем. Что мы будем делать тогда?